массаж и кровоснабжение глаз. Сейчас я использую идею из моего предыдущего видео «Шторм на океане». Там я усиливаю звук при пении мантры к концу вдоха и к концу выдоха. Это что нам дает? В конце вдоха диафрагма опускается до горизонтального положения и давит на легкие. И к легким сильнее течет синяя кровь. При выдохе, в конце выдоха, когда диафрагма поднимается и давит на легкие, из легких уходит красная кровь ко всем органам. Таким образом, за счет усиления звука вы усиливаете напряжение диафрагмы. Все это связано. Чем громче человек поет мантру и молитву, тем лучше у него кровообращение, в частности, и кровоснабжение глаз. А если дополнить к этому еще и ритмичный, в ритме сердца и полного дыхания йога массаж, я провожу его ладонями, мягкими частями. 4 оборота на вдох, 4 оборота на выдох. На вдохе сверху вниз, чтобы кровь вернулась вниз, а на выдохе снизу вверх, чтобы красная кровь поднялась глазами. Итак, я сейчас все это вам расскажу и спою. Включая метроном, который работает в ритме сердца. На себе проверяю, улыбаюсь. Это самое эффективное упражнение для, во-первых, для того, чтобы глаз стал более шарообразным, для того, чтобы кровь самотоком очистила кровеносные сосуды глаз, ну и для того, чтобы быстрее прозреть. Попробуйте, подпрактикуйте. Дети, когда просыпаются, они вот так вот делают всегда, вот так, чтобы запустить кровообращение и расслабить сонные глаза. С вами был Николай Полыга. Подписывайтесь и бывайте зрячими и здоровыми.